Ну что ж ты, моя дитя. Ой, ребята, она в чудовищном состоянии, ребенок. Просто в чудовищном. Это все жутко, грязное, все слипшееся, все скатанное. У ребенка понос. Глаза гниют, все. Господи, бедная детюшечка. И этот малыш, он метис Йорика. Только весь в сосульках, весь. Или баллоночки, ну что-то такое, может, пуделька. Вот этот ребенок из того ада в Тербунах. Вчера забрали оттуда 16 малышей. Двое погибли дома уже сразу, через час буквально. Даже на капельнице не помогли. Этот малыш жив. Плюс еще 9 малышей вообще крошечных. Им 2 недельки, они только открыли глаза. Скажите, как можно вывозить такую крох в этот ад? И бросать их в будки неизвестно куда. Фотографии я приложу. Это бесчеловечно, это зверство, это чудовищно. И когда с этим начнут бороться и хоть как-то разбираться, я не знаю. Это просто чудовищно.